Ну что, всем привет! Ой, Ринки, сегодня, смотрите, какой шикарный салатик. ПП-салатик. Едим и худеем, да? Как вкусно! У нас такая жарища. Дышать нечем. Блин, а хлеб-то белый. Или черный, хер пойми. Ну-ка, какой это хлеб? Оцените, зацените, пишите в комментарии. Короче. У нас пришла посылка. Огромная посылка. Ивановский трикотаж. Такая большая, мешок картофельный. Там пришли вещи. Скоро ждите распаковку чек. Или как она там называется? Сегодня целый день на машине каталась. По-моему, я Иришке. Иришке огромный привет. Если не ошибаюсь, не помню. Скоро глаза на платье будут на самой Иринке. Ладно, что. Мне не жирно, вам не знаю. Так вот именно. Бизнес-вумен, да, я. Ведь некогда мне вам видяшки снимать. Надо бабосики зарабатывать, бабосики. Ну, вы что думали? Что-то челка непонятно какая. Ну, ладно. Какой повод, праздник? День поселка был. Ну, Иринки там не было. Был день поселка. У нас каждый год его отмечают. Не знаю, у кого как, а у нас каждый год.
Мне ее жаль. Себя бы пожалели, а? Говорит, несчастливая женщина. А я еще не женщина, понимаем, да? А кто там счастливый, кто не счастливый, вообще не знаю. А, кстати, куда-то моя подруга Вита пропала. Куда она пропала? А у меня гречка с курочкой. А, с куриной котлеткой. Приятного аппетита, Ира. Спасибо. Всем спасибо. Ну, там у нас дети гуляют. Их даже тут слышно. Деточек. Мне не жирно, вам не знаю. Еще раз повторяю. Кстати, это... Посчитаете, сколько я калорий сейчас ем? Во-первых, салат – это трава. Она даже не считается. Так что, Ирина Сергеевна, кушайте на здоровье. Психиатра посети. Зачем? Зачем мне психиатра посещать? У нас тоже мозгов нету. Вы нисколько не расстраиваетесь. Так ведь? Так.
Чего вы будете расстраиваться? И психиатра сами это, как его, посещайте. Люк упал. Я забыл. У нас шоколадка осталась. Кстати, нормально шоколад. Такой розовый. А надо, говорит, почаще смотреть, чтобы ходить. Да пожалуйста, что, мне жалко, что ли? Буква С. Бедные, не едите, да? У вас там это, зависть гложет. Не надо печалиться. Вся жизнь впереди. Пойди и пожри. Кстати, буква В. Помните, раньше продавали? Но они, кстати, и сейчас есть. Печенье «Малышок». Раньше оно было вкуснее. Печенье «Малышок» раньше было вкусное. Сегодня ходила посылку получать. Зашла в магазин «Колориски». Я говорю, что за печенье, оно детское, с топленым молоком. Пока я не понял, то ли она пошутила, а где топленое молоко-то? Так что завидую молча. Она больше центра. Центра. К 200 подходит. К трём. Буква П. Буква П. Буква С. Слон. Это не я. Я ж дюймовочка. Так что, девки, злитесь вы, не злитесь, мне похеру. Понимаете? Что у вас там? Какой мужик вас обидел?
А, П. О, буква И. Я сегодня вообще в ресторане была. Так что вот так вот. Ну, показывать не показывала, но вы же, если вам покажу, так вы злости-то лопнете, что вас не пригласили. Значит, не судьба вам. По ресторанам. Короче, Ленки в ресторане так накормили вкусно. Любимый водил. А вас не водят. Вам даже крапивку-то не дарят, не то что ресторан. Вот и вы злые, пишите там комментарии. Все. Всем приятного просмотра, всем приятного аппетита, всем пока-пока.